Всем привет, ребята, это Ярусик Геймс, и это новый ролик. Простите за то, что я долго не мог снимать. У меня не было фантазии про что бы снять. Я решил вам показать такую игру, как Shadow Fight 2 Special Edition. С другой стороны, вы, наверное, уже все успели прочитать. Посмотрим, как ты двигаешься. Двигаешься удачно, нормально. Хорошо, теперь бей игрушку. Бой, Кенджи. А, кстати, ребят, кто играл в Shadow Fight 2? Вы знаете то, что Кенджи встречается только в первом бою? Больше его нигде не будет. Он дает вам, в принципе, это ваши первые деньги. Я вот уже, в принципе, много удачи. Не знаю. Он меня с разворотика бьет. На, Кенджи. Не на тебе ногой. Ага. Ну-ка сейчас заценим удар в падении. Сейчас почти его уложили. Я его уложу. Изи. Ну, с ним сейчас. В втором раунде почему-то все, блин, враги твои начинают борзеть. Басы, понятно, на третьем они даже борзеют еще сильнее. Так. Если, ребят, вы хотите, то я могу вам показать свой аккаунт на просто Shadow Fight 2. Я вам его покажу, если вы захотите. Смотрите, сейчас я вам покажу все. У меня, то есть, бесконечная энергия. 28 монет, 50 кристаллов в самом начале. Кто ты такой? Я не собираюсь тратить свое время на какого-то жалкого червяка. Это Шин, слабейший ученик в моем ордене. Победи его, если сможешь. Тогда возможно, ты заслужишь право сразиться со мной. Типа, ладно. Шин. Кстати, у него кинжалы встречаются. Это кинжалы, которые вы больше нигде не найдете. Дамажу, конечно. Капец, он тоже не сын. Все. Долюбим его ногой. У меня с рыбкой немного средняя. Потому что мне пока ты даже как, наверное, не хочешь побегать. Да, ребят, это легко. Очень легко. Сейчас, до встречи. Акт 1, перерождение. Так, ладно. И чё? Привет, меня зовут Мэй. Я сейчас по оружию и доспехам. Лучше в этих краях. Могу и я поработать на тебя, конечно. Ок. Так. Турнир, значит. Да, он все, понимаю я. Это неинтересно. Роба будет на втором уровне. Ага, тут мне, наверное, сейчас еще парочку уровней. Парочку боев сыграть, и все будет отлично. Наверное. Обезьяна. Обезьяна. Все. Укладываем обезьяну. Так его мочим потихонечку. Угу. Все, мы его уложили.
получаем. Спасибо. Изучим. Теперь так. Дайте мне уже хоть что-то самому сделать. Жало. Меня сейчас будут ребят жалить. У меня ни сюрикенов, ни магии. Как же это бесит. В самом начале, блин, играешь, когда уже много раз играл, тебя бесит постоянно то, что у тебя, блин, нету того, что есть на богатых таких аккаунтах. Вы, наверное, должны понимать, о чем я. Иди сюда! Иди сюда! Все, я ее уложил. Второй раунд. Мне бы уже робу купить себе какую-нибудь. Точнее, пока я суперну. Уже дамажу не нажала никакие. Так. Град удара! Я поняла, чисто град ударов. Позже оценим. Мне это пока не надо. Так, кастеты. Оба. Угу. Кэш-роба купим. Кэш-роба купим. Угу. Не пока только не купим. Нет, сразу же покупаем себе. А, тут невозможно. Тут, значит, легко. Ну, не шути со мной, шутница. Мы тут не в игрушечки играем. Здесь вот то, что эта оружка недалекострельная. Плоховато. Я ж еще нормально. Сейчас там, что ли? Нет, как бы. Я как бы думаю, что будет перфект. Идет не перфект. Пец, что-то мы, ребят, начинаем с вами. Что-то мне не нравится этот бой. Они не вырубают просто. Но мы не легких. С руками драться умеем. Ножками тебе. Так. Да блин, все, меня сейчас вырубят. Ой, не, меня не вырубили. Капец, меня вырубили. На тебе! Победи, дружок. Не расслабляйся, дружок. Сейчас только что, ребят, сам придумал. Взяли, как я еще за карту выкину. Это... старые раны. Угу. То есть вот у нас уже идет история сенсея. Ну что, пошлите тогда? История свидетель. Интересно. Ты управитель местных земель, которому угрожала смертельная опасность. Князь, спасите. Эти люди хотят меня убить. Ок. Рысь, не слушай князя, старик. Он сошел с ума. Мы отведем его высочество домой, пока он не навредил себе. Твоя помощь тут не требуется. Так. Это если что, ребят, молодой рысь. Сенсей, правда? Так, ладно. Искра.
Интересно, какое у меня сейчас будет оружие? Надеюсь, что-нибудь нормальное. Ой, у меня это длинная катана. Ага, у тебя, значит, сюрикены есть, а у меня нет, да? Это по-твоему честно. Так вот, к ней легко подкрадываемся. И вот так. Ну, тебя, блин, задамажить как-то. Ну, страшная тишина, это круто. Мне нравится история сенсея. Ничего так, ничего так. Жесть. Давай. Не. Домашка. Как я понял, сенсей у нас мастер боевых искусств. Ну, не владеет сюрикенами. Это жалко. Да, блин. Она бесит со своими сюрикенами, ребят. Честно. Первый урон за мной. Искра. Что это искренного? Интересно. У нас, ребят, потом с вами будут люди пожестче. Например. Ну вот. Старого дружба на вулкана. Где я хочу отправить какой-то пятый врата. Да блин. Никудышные. Да. Сыграем заново. Что-то мне в ней не нравится. Сразу же погнали. К концу. Прикольно. Все, в первом раунде я, в принципе, на брутале. У меня бруталка. У нас прям подкат. Потом делаем так, потом так, так. И она меня кидает просто в пол. Так, почему это был не я? Почему это... Продамажил. Вот сейчас, ребят, просто не представляете, как это страшно, когда тебя просто укладывают, и ты ничего поделать не можешь. Ну, ты че такой слабый-то? Ты, блин, не чара такой здоровый. А знаете, почему он такой слабый? Потому что я, блин, но все трясется. Капец. На тебе. Так. Плохая. Что, уже поток, что ли, твой огонек? У него хоть что-то нормального есть? Ой, все, ну, наконец-то я ее уложил. Вот это, ребят, мне нравится. Я крепкий орешек. Ладно. Просто с ребятами проиграй бой. Выиграй бой на уровне сложно. Легко, безумно. О.
У меня еще ничего нового недоступно, да? У меня, значит, пока просто вот это все. Ладно. Кирпич. Это я ничего. Это ты ничтожество. Я тебя сейчас сложу на изи. Не болтай тут лишнего. Не, ну ты просто самоуверенный. Кирпичара. Здоровый, блин, такой. А мне сейчас продуешь. На тебе в пузо. Красненький куча. Ну уже, блин, капушек очень мало. Все. Первый раунд нормально, нормально. Так, ничего, так теперь надо в контру идти. Все, полетели в контратаку. Это же типа такой выпендрежник. Маленько оставалось. Так. Хорошо. Это тоже нормально. Дерево. Не расслабляйся, дружок. Еще раз тебе скажу, как ошибись. Победил разок, не расслабляйся, дружок. И все, ребят, мы его вырубаем. Изи тап. Так скажем, безумство храбрых. Я не понимаю, как такая бабушка. Профиль. Я, по-твоему, это буду покупать, Мэй? Я союз куплю себе. Капец. Мне надо теперь вот на старую кожаную куртку купить. То есть дуэльки всякие там старые раны. Здесь тогда железка. Ну, привет, железка. Железочный, так уж и быть. Ты будешь у меня железочным. Кастетами. Сначала он просто так. Вот хавчиков. Хавчик лови. Победу, блин. Ты что захотел? Я тоже хочу. Ну, побил. Так. Победил. Проиграл разок. Не расслабляйся, дружок. Опа. Так, ребята, вы думаете, кому это больше подходит? Кто победил разок, не расслабляйся, дружок, ко мне или к железному? Ко мне. Ай, капец, почему все так слабы? Знаю, отлично. Готов не учиться.
прикольно. Так. Стоп, сколько мне там надо на новую броньку? Угу, 138. Так, сейчас против жала сразу. Жала. Так. На. Первый урон как раз за мной. Обожаю наносить первый урон. Укладываем. Обожаю класть девок на землю. Так, ты победил разок. И я не расслабляюсь, как дружок. Победил разок. Да капец. Вот нельзя без этого, без этой вашей укладочки, блин. Все, я ее опять победил. И последний раз. Безумец. Ты че такой безумный? Выглядит не очень страшно. Ага, у тебя значит кастеты. Потом у него вроде будут мачеты. Или это у этого изверга будут мачеты. Да, у изверга будут мачеты. Кстати, да, еще раз, ребят, вам напомню. Пишите в комментариях, если хотите увидеть мой аккаунт просто Shadow Fight. Да. А не в Patient Kitchen. Я сейчас играю в Patient Kitchen. Хорошая реакция. Реально, ребят, хорошая. Просто царапина. Царапины наносит. Я ему, блин, бошки им срубаю всем. Далее, далее, далее. Больше противников можно надыбать в выживание. И собираем еще, да блин, не туда. Теперь скупаем всякую броньку. Повышение урона. Так, что тут нормально? Невозможно, нормально. Может, на старых ранах сдохнем. Бархат. Капец, ребят. Ну, ладно. Типа тоже дерется сами. Оп, и ее побеждаем быстренько. Мне нужен новейшая разработка кендомастера. Броня кендомастера. Новейшая разработка кендомастера. Броня кендомастера. Которая нам будет доступна, только на отшельнике, вроде бы. Да, только на отшельнике. О, вложили бархата. Дебильно. Угу, спасибо. Так, сейчас купим новый шлемасик. Потом мне высаю качать. Все норм. Так, легко, невозможно. Вот клерик. А, клерик. Клерик ты. А не келерик. Клерик. Прикольно. Сейчас какое у меня оружие? То же самое. Сенсей у нас же типа мастер такой. Да, по сути, боевых искусств. Сенсей наш. У него какой-то забывательный момент. Так. Не расслабляемся. Это только первый раунд. У нас еще один есть. Но вы знаете, какие слова меня больше бесят? Какого всего телохранителя? Это слова кирпича, когда ты его побеждаешь.
Говорит, как такая бабка могла меня победить? Так я не бабка. Дедом бы хотя бы меня назвал. Но я точно не бабка. Дедом как-то было бы так полегче мне. И я что-то ослабился, значит. Метаньон. Так не знал, что начнется сейчас метаньон. Келерик, блин. Все, и мы его уложили. Получаем маленько. Так, 11 тут уже будет стоить. Что мне, в принципе-то, надо? Сейчас посмотрим. Это, наверное, прокачать броньку и шлемасик. Так, 410, из них у меня есть 43. 377, ну, по сути, мне должно хватать. Короче, ребят, если кто сейчас дерется, ну, смотрит этот ролик, играет в Shadow Fight 2, то и он сейчас проходит отшельника. То знаете, что я вам могу сказать? То, что это. А вы знали, что Курабль — это старый ученик? Это ученик, по сути, который был до нас у сенсея. Наверное, у него вообще много было опер. Кто мне еще? Так. 410 даже. Это имба. Простите, ребят. Я нечаянно. Вот меч ниндзя, меткость. Мне она нравится. Еще 28. Получается, что-то мне еще один босс играть. Сейчас он будет с кастетами. Сейчас я вам докажу это. Смотрите, он сейчас с кастетами. Раньше он был просто так. Голышом, блин. И меня пошел драться. Ну, на меня пошел. Скажите. Решил проверить силу. Бицепсы. Сказать мне хотел, но продул. И решил уже, короче, с нормальным оружием. С оружкой такой выйти, как-нибудь такой прикольный тип. Да. Круто, конечно. Что он решил против меня опять выйти играться. Ты мне, конечно, же физически прописываешь. Тоже бы не без него. Тебе. О, это он мне прописал, да? А? Чай быстрее. Что за дичь? Что за дичь? Что за дичь? Что за дичь? О, все. Что вот мне надо дать нормально? Так прописываем. Ничего. Все. Полностью мы все прописывали. Мне остается всего лишь 6 опыта. Офигеть. Ага, победились. Победи отшельника. Сейчас мы вам, ребят, покажем акты. Турнира и предыдущей части истории Сенсея, чтобы открыть так. Тайный путь у нас получается. И вот я сейчас на Квалом Следе. Я сейчас на нем дерусь. На своем обычном аккаунте. В обычном Shadow Fight 2. Нормас, тут тоже, тут все в порядке. Так. Получается, сколько мне будет стоить? Вот это. 660. Ну, пока хватит.
Да. Можно смело идти драться. У нас уже ролик 30 минут. Сейчас, наверное, уже будем завершать. Ой, да как... Вы, ребят, видели, я просто ее сегодня... Первых двух ударов уже вынес ей оружие. Но она что-то руками... Что-то так дерет. Ногами, ногами, руками. Капец. Ну, как будто бы знал все мои движения, блин, не идут. Но живого игрока все-таки никто не может обойти. Никакой искусственный интеллект. Я все равно рано или поздно буду ее побеждать. Без разницы, поздно или рано я ее буду побеждать. Я все равно знаю, что я буду ее побеждать. Мне, кстати, ребят, на аккаунте просто в Shadow Fight 2 остался один лишь только телохранитель последний на мяснике. И вот, я уже против мясника буду драться. И если вы хотите узнать, как называется последнее оружие на мяснике, то я вам скажу. Вы только попросите об этом в комментариях, и я все вам расскажу. Это легко для меня. Опа! Изучим. Купим. Сколько наглудник кенда? Сколько ты у нас получается стоишь? 30, а как будто 400. Эп. Что там? Нормально. Ну, пошлите с ней посражаемся. С иголочкой. Сейчас мы ее уложим. Если вы боитесь за меня, то не бойтесь. Это просто же игра. Спасите, просто игра. Здесь дубинки. Дубинки — это имба оружие. На тебе. Да, ребят, я хотела все-таки закончить. Ну, ладно, так уж и быть. Выигрываем этот бой и заканчиваем медаль. Да блин. У меня, блин, голова болит. Ну, потому что я выполнил уже ачивку «Головная боль». Хотя, если что, я знаю, что это за ачивка. Ладно, ребята, что ж. Это было имбовое приключение. Я могу вам сказать пока.